Телеканал КРТ представляє. Журналісти телеканалу КРТ разом з активістами Центру протидії корупції та Центру свободи слова направили запит до Держрезерву, аби дізнатися. ВУСТ. Керівника установи не вдалося побачити. Кабінет був зачинений. На дзвінки ніхто не відповідав. Поспілкуватися вдалося тільки з одним із замів. Власне, він теж порадив запити написати. Запевнив, що Держрезерв виконує, буцімто виконує усі свої функції. Посмотрите на сайт Госрезерва, там есть новая новость, касательно обеспечения социальных потреб по ОДЖ-администрации и тому подобное. То есть мы написали, что мы готовы. Вот. Но есть как бы определенный порядок, правильно? В рамках чего и тому подобное. То есть к нам уже обращаются области, мы работаем над этим вопросом. Телеканал КРТ вже направив запити щодо діяльності Держрезерву до президента, до ДБР та до Міністерства охорони здоров'я. А нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Дзвінки абсолютно безкоштовні. Отож, пане Олександре, поясніть, що сьогодні відбувалося? Здравствуйте еще раз. Мне очень приятно, что вы цитируете мой YouTube-канал. Пользуясь случаем, прорекламирую. Александр Семченко, ищите в YouTube. 2:40 этого стрима там происходит. Мы пошли в Госрезерв для того, чтобы задать вопросы главе этого ведомства, касающиеся, чтобы люди понимали, что такое Госрезерв. Это наша заначка, наша государственная заначка на черный день. Там содержатся материальные резервы разные. Там и металл содержится, там и ГСМ, там и медицинское оборудование, и маски те же самые. И 10 миллионов масок, я подозреваю, что это далеко не весь объем масок, который содержится в государственном резерве. Потому что цена, которая там прописана, вот эти 10 миллионов масок, это 69 копеек. То есть получается меньше 7 миллионов стоимость этих масок балансовая. Я уверен, что этих масок там должно быть сотни миллионов. Мы хотели спросить. Нас долгое время не допускали. Потом в конечном итоге мы все-таки допустили. Хороший охранник провел нас к председателю. К председателю, правда, там появился другой охранник, который не пустил. Мы не смогли задать вопросы. Единственное, кому смогли передать наше письменное обращение к заместителю Барабашко, что-то такое фамилия, что, боюсь ошибиться. Барабаш фамилия. Вот тоже вроде контактный нормальный человек, правда, не дал нам никакой информации. Мы хотели бы от него получить. Но мы получили уже обратную связь, знаете, когда оттуда ушли, и потом открыли сайт, причем не по своей воле, а люди уже начали сбрасывать. Смотрите, как отреагировал Госрезерв. А Госрезерв опубликовал новость. Вернее, пресс-релиз, в котором уже сообщил о том, что оказывается неизвестный. То есть при том, что мы там на каждом углу тыкали, в стриме это видно, тыкали удостоверение, кто журналистское, кто адвокатское, кто еще какое удостоверение. Было написано фамилия, имя, отчество, кто-то, кто это. Нас было всего 9, сказали, что нас было 20. Помните, как в «Трех мушкетерах»? А скажешь, что их было 4, вот нас было 20. Сказали, что мы были без масок, мы были в масках. Вы сами видели, на этих кадрах было. Сказали, что мы сломали там что-то. Мы ничего не ломали, мы держали себя подчеркнуто вежливо. То есть, понятно, мы могли бы, даже 9 человек могли бы ворваться, но это не наш метод, мы не С-14, не прочие ушлепки. Мы просто хотим понимать, где наша государственная заначка. Маски. И вот в этом же решении, о котором вы говорите, там же есть, речь идет и об аппаратах искусственной вентиляции легких. Да, передали там их меньше 100. А сколько их нужны тысячи в Украине, а сколько их в Госрезерве находится? Вопрос. Хорошо, маски это одноразовые, а что с респираторами? То есть маски это просто для людей, не для медиков на самом деле. Медики должны работать более защищенными. А что с этой защитой? А что в конце концов с костюмами химической защиты? Может быть это чрезмерные меры, но когда не хватает нормальных костюмов, дайте хотя бы костюмы химической защиты. То есть мы хотели задать эти все вопросы. Власть нас не услышала. Они говорят, что они слуги народа. Какие они слуги народа, если они от нас отгородились, они начали рассказывать, что это режимное учреждение, какое оно режимное? Почули вас. И тут еще добавляется, что действительно, так выходит, что не только посада керівника Держрезерва, а еще и посада, напевно, керівника митниці. Виходить, який дав дозвіл на то, щоб розмитнити чи щоб перетнув кордон. Давайте по Госрезерву. Да, это синекура. Вы знаете, много было статей, на самом деле, по Госрезерву в странах СНГ, в том числе и по украинскому Госрезерву. Там же лежал алюминий огромными партиями, нефть сырая, переработанная, бензины различных марок, дизель. Да, это действительно где оно все? Где? Вот сейчас, то есть Госрезерв ведь на что был рассчитан в Советском Союзе? Он был рассчитан на то, что страна сможет работать в военное время несколько лет, жить в нормальном,
снабжаться на нормальном уровне. Всеми абсолютно видами там, ну, всего чего угодно. Металл хорошо, рельсы хорошо, шпалы хорошо, маски хорошо. Да 10 миллионов масок для госрезерва, это, ну, вот, вот чихнул, и оно не осталось. В конце концов, председатель правления «Нафтнефтегаз» получает зарплату в 4 раза выше, чем вот стоимость этих, балансовая стоимость тех масок, которые они как бы передали с барского плеча. Хорошо, а что на этих барских плечах еще что-то осталось? Мы пытались зайти и спросить, причем, понимаете, ведь у граждан Украины есть конституционное право звернення до державных органов. И это конституционное право, оно не подлежит секвестированию, даже, ну, секвестировать, то есть его нельзя ограничить, даже в период не то, что чрезвычайная ситуация, чрезвычайного положения и военного положения. За гражданами остается это право. Наше право это было нарушено. Нам так и не дали возможности нормально обратиться. То, что они там писали, урна есть, дайте бумажки в урну. Извините, но наши права четко прописаны, а их обязанности четко прописаны в законе об обращении граждан. Не в урну, а личный прием, личный ответ. Вот что должны были сделать. Почему они так себя вели? Почему они вели себя так крайне неадекватно? Это была действительно неадекватная реакция. Там, сначала мариновали нас внизу, там, хотели на улице, чтобы мы вообще находились, но это совсем уже запредельно, оно же холодно, хоть и апрель. Почему? Видимо, есть что прятать, видимо, есть что скрывать. Видимо, понимают, что отвечая даже очень обдуманно на неудобные вопросы, они могут где-то проколоться. Лучше вообще никак не отвечать. Я так понимаю, что, ну, председатель госрезерва, он вообще не шел, ну, спрятался за дверьми, за охранниками. Видимо, прятал что-то, действительно прятал. Что касается, вы там спросили второй вопрос, кто еще там у нас, Синекура? Не, ну, мать у нас еще Нефедов. А, Нефедов. Який ймовірно дав дозвіл на терор. Таможня, а ви знаєте, мене Нефедов повеселив з цими вот, іспанськими масками, БУК. Там не маски. Там, в секундочку, респираторы. Это совершенно другая цена. Если вы посмотрите в интернете, минимальная цена на респираторы 60 гривен. Там в эпицентре больше 120. В интернете сейчас, ну, можно было найти до этих всех событий 85 гривен. Нефедов, когда вот вышла информация по БУКу, ну, по испанским этим респираторам, 204 тысячи респираторов, значит, он опубликовал документы. В частности, таможенные декларации о том, когда их выпустили, и подчеркнул дату, когда их выпустили. Их выпустили 7 марта. Ну, он подчеркивал, за 4 дня до того, как было введено ограничение. Но он в этой же декларации указал в том числе и сумму, таможенную сумму, по которой эти масочки таможили и отправляли, и из которых платили налоги, и за что уже отвечает непосредственно Нефедов, независимо от того, карантин у нас или не карантин. Так вот, там две декларации на 104 и на 100 тысяч масок, каждая там на 100 тысяч масок 15 тысяч долларов стоимость. Перевести, если в гривну, получается, что одна маска стоит, внимание, не 15 тысяч долларов, а 7,5 тысяч долларов. Это 15 тысяч долларов вместе. Так вот, внимание, 2 гривны 10 копеек. Это не маска, еще раз подчеркиваю. Это респиратор. Вот они толкнули маски за 2 гривны 10 копеек. Тобто вони самі хотіли обійти податок оподаткування. Да, то есть они затаможили по явно заниженной стоимости, налоги, соответственно, не были уплачены на территории Украины, и Нефедова только за это нужно ставить к стенке и расстреливать по законам военного положения, ну, военного времени. Стоп, давай таким чином расстреливать мячами, вот пускай сборная Украины по футболу, сейчас им делать нечего, тренируется и расстреливается на ночь этого нехорошего человека.